Приветствую вас, мои хорошие! Соскучилась жутко. Картошку я сегодня посадила. И сейчас начнет фигачить дождь. Я вовремя вернулась из магазина. И я так смотрю, тема жратвы моей вам заходит на ура. Поэтому сейчас мы будем варить борщ. Вот только переоденусь. И я как раз еще пасту купила вот томатную. Сейчас начнем. Мы борщ будем из вот этого всего ассорти. Что мы тут видим? Свекла, морковочка тоже. Моя все с огорода, кроме лучка. Картошечка. И это я выкопала чесночок с прошлогодней грядочки. Я такая довольная вообще. У меня такая приятная усталость. Мы посадили огород. Мы закончили его с братом сажать за один день. Вы не представляете, какое блаженство я испытываю. Хоть вот это и усталость, но вот этот вот длительный дофамин после длительной работы, это, естественно, такая награда для организма, для всего и для психики. Так что моя психика моя прям ликует и торжествует, и получает кайф, какой только можно, вот весь кайф мира. И заменить с тем кайфом, который ты получаешь после такой продолжительной физической работы, результативной, когда ты понимаешь, какое ты вот именно великое масштабное задание выполнил, это, конечно, дорогого стоит, знаете. И что больше всего меня радует, что мы успели до дождя, и сейчас идет дождь. Знаете, как у меня отец, да и мама тоже любили говорить, что вот если после такой вот работы в огороде идет дождь, вот ты управился, да, вот так вот что-то сделал великое, масштабное, крупное, значимое, и пошел дождь после этого. Так вот мои родители говорили, что это род хвалит как бы твою работу. То есть все твои предки там с небес, сказка какая-то, да, такая легенда, миф, но мне так всегда нравилось это, и у меня теперь и брат повторяет, и мне нравится в это верить, что вот это вот... Вот этот дождь, он неспроста. Это нас хвалит наш род, да, наши предки за то, что мы сделали эту работу. И отправим этот натюрморт на огонь. Пусть делается поджарка. А тут у нас и свекла вот еще. Скоро закипит. Это моя белоросса. Такая урождается. Это еще не самая крупная, я вам скажу. У нас был год, когда мы сняли наш гигантский урожай картофеля. И у нас картошка была размером с белую кирпичину. И даже это фото есть еще задокументировано на сайте Лепесток. На форуме выложили. Чтобы не быть голословной, я постараюсь не забыть и под этим видео сделать ссылку на этот пост, чтобы вы посмотрели. Так, а вот и капуста. Капуста у нас еще старая сохранилась. Местами, конечно, портится начала. Но то не страшно. Еще съедобная. Еще можно варить в самый раз для борща. Капуста, вот столько ее. Пиу. Вот картошка, вот столько ее. Вуаля, свекла кипит. Самое время отправлять сюда картошечку. А вслед за картошечкой у нас отправится капусточка. Так, по-моему, поджарочка дошла до кондиции. Ой, даже очень дошла. Дадим закипеть борщу и всем остальным овощам и бросим поджарку. Борщик мой уже кипит, и это радует. Поэтому можно смело сюда отправить поджарку с томатом. Выглядит это все пока что вот так красиво. Пахнет тоже очень вкусно. И добавлю я вот такая мне итальянские травы. Она мне нравится, она без соли. Просто сухие молотые специи. Очень приятно пахнет.
Так, ну, наверное, я столовую ложку положу сахара. Он мой борщ, красивый какой. Сейчас остынет, и буду я его есть.